Итак, доброе утро. Мы начинаем сегодняшнее мероприятие, предновогоднее мероприятие, посвященное нашему конкурсу лидер, извините, пожалуйста, лидер в интересах женщин. Это всероссийский конкурс. И я очень рада передать слово Ирине Салтыковой, советнику аппарата Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера, руководителя конкурса женских предпринимательских проектов «Ответ Best Award». Ирина. Спасибо, Александра. Добрый день, дорогие коллеги. Рада приветствовать вас на утреннем бодром мероприятии, а главное, позитивном мероприятии, потому что то, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это действительно очень важный конкурс. На развитие женской повестки в России большое влияние оказал первый Евразийский женский форум, который был проведен по инициативе председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко в 2015 году. В следующем году мы будем проводить уже четвертый Евразийский женский форум. То есть это то, что заняло свое уже постоянное место в международной женской повестке. Но почему я отдельно отметила первый Евразийский женский форум? Потому что по его итогам президент страны дал поручение стратегического характера. Это разработка и начало реализации национальной стратегии действий в интересах женщин. То есть впервые за всю историю нашей страны появилась национальная стратегия в интересах женщин. Тогда это еще было на 2017-2022 год. И с этого года действует уже новая реализация национальной стратегии до 2030 года. Качественно изменилось отношение органов власти к участию женщин в развитии страны. И можно с уверенностью сказать, что сегодня интересы женщин учитываются в огромном количестве стратегических документов в России. Между форумами свою деятельность ведет Совет Евразийского женского форума, создание которого тоже стало итогом Евразийского женского форума. И участниками этого совета являются представители органов власти, представители общественных организаций, в частности, Александра, да, является членом Совета Евразийского женского форума, и, конечно, представители бизнеса. Это позволяет всю деятельность совета определять именно совсем с разных сторон жизни общества, потому что представители, ну, буквально, да, всех слоев общества присутствуют в совете. И в первую очередь проекты Совета Евразийского женского форума направлены на реализацию национальной стратегии. Что, какие же это, ну, направления? Да, вот назову, может быть, не все, но вот такие постараюсь емко обозначить основные. Это повышение гражданской активности женщин, это расширение их участия в экономической деятельности, в том числе в формировании новых точек роста. То есть это не те новые направления деятельности, которые, как мы видим, да, дадут наилучший толчок, будут наилучшим стимулом в развитии экономики страны. Это, например, развитие высокотехнологичных отраслей, да, и участие женщин в этих высокотехнологичных отраслях. Это, безусловно, развитие экспорта и расширение участия женщин-предпринимателей в экспортной деятельности, ну и многое другое. Еще это создание условий для построения карьеры женщин наравне с мужчинами. То есть это создание условий, равных условий для мужчин и женщин в развитии карьерных траекторий на своих предприятиях. Это сохранение здоровья, повышение благополучия жизни женщин. И
не могу не отметить, да, вот в связи с темой нашего сегодняшнего вебинара, те проекты Совета ЕЖФ, которые направлены именно на продвижение программ поддержки женского лидерства, в том числе корпоративной благотворительности, развития эффективных социальных лифтов для женщин. Мы видим, что в настоящее время интерес компаний, неважно, это частные компании или государственные компании, все более в этих компаниях формируется практика поддержки лидерства женщин. Безусловно, этому способствует и проведение социальных исследований, да, которые показывают, что, скажем, появление женщин в управляющих советах, в правлениях компаний способствует повышению в том числе экономического благополучия таких компаний, то есть увеличивает выручку компаний. В то же время улучшается социальная политика вот в этих компаниях. Это не только огромные корпорации, но это и небольшие частные компании в том числе. В то же время, безусловно, мы понимаем, что у женщин сформировано стремление к самореализации. И на это тоже обращают внимание наши работодатели. То есть большое количество компаний, в том числе и из компаний победителей первого нашего конкурса, которые мы объявляли в преддверии третьего Евразийского женского форума. Это и Росатом, и Уралвагонсовхоз, и Велфарм, и многие другие компании. Мы видим, насколько динамично развиваются программы, которые направлены как раз на повышение женского лидерства. В том числе это организация советов женщин по профессиональному признаку. Да? То есть это и объединение женщин аграрной промышленности, и объединение женщин добывающей промышленности. То есть это тоже позитивные моменты, которые позволяют людям, когда они сформированы в команды, да, гораздо более эффективно продвигать решение важных задач, которые стоят именно перед женщинами в тех или иных отраслях. В то же время, и не могу не отметить, что основной задачей и задачей вот этого конкурса, и задачей тех программ, которые развивают наши работодатели, является, скажем, соблюсти баланс между стремлением к построению карьеры и стремлением иметь хорошую, надежную, полноценную семью женщин. И в этом направлении государство оказывает большую помощь, большую поддержку. В том числе строится инфраструктура поддержки семьи с детьми, выделяются, сформирована система государственной помощи семей с детьми, в том числе и для одиноких женщин и для полноценных семей с детьми до достижения 3 лет. И здесь же, да, мы не забываем не только о материальной поддержке, но обязательно должны помнить и о новых возможностях, которые предоставляются для наших женщин, в первую очередь в развитии профессиональных траекторий, потому что, да, наверняка многие из вас слышали, что и Министерство труда разрабатывает и запускает программы, которые позволяют женщинам, имеющим детей, участвовать как раз в повышении квалификации и в переподготовке на безвозмездной основе тем женщинам, которые имеют детей. Вот это вот все в совокупности и государственная политика, и политика в компаниях, корпоративная политика. Если они будут двигаться, да, вот в одном направлении, мы как раз придем к достижению тех целей и задач,
которые мы перед собой ставим, которые мы ставили перед собой, как раз запуская вот этот конкурс. Это выявление лучших практик. И, конечно же, наверное, еще более важная вещь – это тиражирование потом этих практик, да, чтобы сделать их достоянием как можно более широких аудиторий для того, чтобы те работодатели, которые еще не до конца, да, понимают или, может быть, просто еще, да, не дошли руки, может быть, не понимают до конца, там, скажем, экономической какой-то выгоды, социальной выгоды, потому что социальные вот эти программы, да, вы понимаете, это возможность, нехорошее слово, удержать, да, но возможность привлечь очень высокопрофессиональных женщин, потому что, ну, ни для кого не секрет, что очень часто, да, и статистика это показывает, те женщины, которые имеют успех в карьерах, это может быть как рост, скажем, по горизонтали, да, профессиональное развитие карьеры, так и рост по вертикали, они очень часто имеют и очень хорошие, полноценные, успешные семьи, то есть счастливы как в браке, так и в карьере. Ну и, конечно же, я уже, наверное, тут уже хочу передать слово дальше Александре, который подробно будет рассказывать о том, каким образом все это будет происходить. И еще раз хочу пожелать всем, кто подключился, успеха и, безусловно, приглашаю активно участвовать вот в этом конкурсе, потому что уверена, что когда вы начнете, скажем, заполнять какие-то, да, какие-то анкеты, которые потребуются для участия в конкурсе, вы наверняка для себя откроете и много новых точек роста, в которых вы сможете в своих компаниях двигаться дальше. Спасибо. Спасибо огромное. Огромное спасибо за контекст. Евразийский женский форум, как всегда, очень мощно рассказывает про тему женского лидерства. Итак, Всероссийский конкурс «Лидеры в интересах женщин». Мы, безусловно, говорим про бизнес, мы говорим про программы среднего и крупного бизнеса. Ирина очень четко обозначила цель нашего конкурса, нашего проекта «Выявление лучших практик», практик как внутри компании, так и работы с сообществами. Поэтому в данном случае мы будем говорить не только про ту деятельность, которая ведется внутри компании, но и про ту деятельность, которую компания ведет вместе со своими партнерами, с сообществами, другими целевыми аудиториями. Поэтому это попытка посмотреть на тот полноценный общий срез работы, который бизнес ведет в интересах женщин. Если во время приема заявки, подачи у вас будут вопросы, мы будем рады ответить на них в электронном, у нас будут контакты по электронной почте или по телефону. Также здесь моя коллега Полина, она чуть позже также подключится к рассказу о том, как это можно сделать. Ирина очень подробно говорила о тех акцентах, которые сейчас на повестке. Мы постарались большую часть из них выделить и обозначить в рамках номинации этого конкурса. Это лидеры профессионального развития. Все, что касается создания профессиональных сообществ не только внутри компании, но и вовне. Это лидеры поддержки материнства и детства, опять-таки те программы, которые могут вестись вместе с сотрудниками внутри компании, корпораций, но также и внешние социальные проекты, которые каким-то образом могут способствовать поддержке женщин, занятости женщин с детьми, достижению баланса, то есть все, о чем Ирина говорила в вступительной речи. Также у нас отдельная номинация будет посвящена корпоративным изменениям, лифтам, улучшению качества жизни
наших и ваших коллег непосредственно внутри компании. Эта программа в первую очередь, эта программа направлена в первую очередь на внутренние программы и процессы, которые у компании производят. Ну и также, безусловно, крайне важно, нам кажется, посмотреть на тех людей, которые способствуют изменению. Мы назвали эту номинацию «Чемпион изменений». То есть это персональная номинация для людей, которые так или иначе влияют на эту повестку как внутри компании, так и вовне. Именно поэтому мы хотели предложить вам заявлять не только своих сотрудников, но и, возможно, людей, которые к компании имеют отношение, но не являются ее сотрудниками, возможно, входят в советы и так далее, в общем, влияют на эту повестку, и вы считаете, что этих людей обязательно нужно отметить. Ну и помимо всего прочего, у нас также будет гран-при. Мы будем анализировать все документы, которые подает компания. Чуть позже мы тоже об этом расскажем. Это анкета и, собственно, программы, о которых вы будете рассказывать, или заявки, которые будут раскрывать деятельность людей. То есть все вместе мы проанализируем, и обязательно у нас будет объявлен победитель общий гран-при. Вот. Ну а сейчас мы чуть-чуть подробнее расскажем про то, как именно подавать заявку. И тут я передаю слово Полине. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Полина Мачина, и сегодня я хотела бы вам рассказать чуть подробнее о том, каким именно будет сценарий вашего участия в конкурсе, какие шаги вам необходимо будет сделать по поводу этапов и сроков его проведения. Самой свежей новостью будет то, что совсем недавно были пересмотрены сроки подачи заявки и вообще в целом проведения конкурса. И на данный момент осуществляется два параллельных трека для участия в номинации «Чемпионы изменений», где вы сможете выдвинуть персональную, которая вносит наибольший вклад в развитие повестки, расширение возможностей женщин. И непосредственно для подачи заявки для трех основных номинаций: лидера профессионального развития, лидера поддержки материнства и детства и лидера корпоративных изменений. Для того, чтобы принять участие в номинации «Чемпионы изменений», вам необходимо будет подать заявку до 31 января 2024 года, до конца дня. Заявка заключается в том, что вы должны будете заполнить приложение номер 2, которое вы можете скачать на нашем сайте, но об этом чуть позже. Далее состоится проверка заявок на соответствие формальным требованиям и непосредственной их оценкой экспертами, после чего 5-7 марта 2024 года мы наградим наших победителей в рамках Всероссийского женского форума. Также хорошей новостью является то, что недавно было принято решение о том, что список победителей будет расширен до 3 в данной номинации. Поэтому мы будем очень рады видеть вас в числе участников, потому что хотим наиболее широко подсветить деятельность людей, которые вносят вклад в данную повестку, чтобы как можно больше людей об этом узнало, потому что ваш вклад непосредственно он бесценен и крайне важен для нас. Помимо этого, параллельно у нас идет прием документов или участие в трех основных номинациях, как я уже сказала, и подать заявку на данные номинации вы сможете до 31 мая 2024 года. Далее хотелось бы сказать, что для участия в данных номинациях вам необходимо будет заполнить анкету, с которой вы также ознакомитесь чуть позже. Мы с вами ее сейчас пройдем вместе. После этого будет осуществлена проверка заявок на соответствие формальным требованиям и, опять же, непосредственно их оценка экспертами. Тут она будет чуть более расширенной, поскольку все-таки и для того, чтобы оценить ваши анкеты и заявки, необходимо будет чуть больше времени. И непосредственно уже 18-20 сентября 2024 года в рамках уже Евразийского женского форума мы наградим наших победителей. И тут, опять же, хорошей новостью является то, что в данных номинациях, как и в номинации Гран-при, будет выявлен победитель как от крупного, так и отдельно от среднего бизнеса. Далее хотелось бы сказать чуть подробнее по поводу этапа подачи заявки на чемпиона изменений. Для участия в данной номинации вам необходимо будет заполнить приложение номер 2, которое сможете найти на официальной страничке проекта на нашем сайте форума доноров. Заявку я вам также покажу чуть позже. И непосредственно после ее заполнения и подписания вам нужно будет ее направить
на электронный адрес leadersforwomen@donorsforum.ru срок до 31 января 2024 года с пометкой на конкурс «Лидеры в интересах женщин 2023 года». Мне очень хочется подчеркнуть, что вы всегда можете обратиться за помощью в заполнении заявки, в том, если возникнут какие-то вопросы по поводу участия, по поводу заполнения анкеты, по поводу каких-то еще данных, по поводу того, какой проект, какой конкретно номинации вы можете отнести. Мы всегда рады вас проконсультировать и оказать поддержку в этом. Далее по поводу этапов подачи заявки на три остальных номинации. Тут уже чуть более расширенный сценарий. И сначала вам необходимо будет ознакомиться и заполнить анкету участника в электронном виде. Мы крайне рекомендуем вам заранее ознакомиться со списком вопросов, скачать документ в формате doc на сайте, и, возможно, вам придется привлечь коллег из соседних отделов, например, из HR, поскольку довольно обширная часть вопросов содержит в себе информацию, которую, как правило, собирают именно коллеги из данного отдела. Хочется подчеркнуть, что, конечно, наша анкета, она довольно обширная, довольно большая, и это сделано умышленно для того, чтобы любая деятельность в рамках данной повестки была подсвещена, чтобы не упустить ничего из тех действий, которые осуществляет организация. Поскольку все-таки анкета, она также будет оцениваться с оценкой заявок вместе, да? Она, конечно, будет не столь значима по баллам, но, тем не менее, она также будет весомым звеном. И, конечно же, в гран-при победитель будет выявлен именно по ней, исходя из этих данных. Также мы понимаем, что полное заполнение анкеты, то есть предоставление всех данных — это идеальная картина мира, и, конечно же, у вас будет опция того, чтобы указать, что вы не можете предоставить данные, если они являются конфиденциальными, либо по каким-то своим собственным причинам вы просто указываете это непосредственно в анкете, в ответе на конкретный вопрос. Это абсолютно нормально, мы все это понимаем, конечно же, у вас будет такая опция. Как я уже сказала, мы крайне рекомендуем вам заранее знакомиться со списком вопросов, скачать документ и заполнить его сначала так, а потом уже непосредственно перейти к заполнению анкеты в электронном виде на Яндекс.Форумах. И при отправлении ответов, то есть когда вы уже непосредственно ставите галочку напротив пункта о том, что вы подтверждаете, что анкета является заполненной, и то, что вы предоставляете данные нам, пожалуйста, запомните дату и время заполнения анкеты, то есть ее отправления, чтобы после указать данную информацию в теле письма при отправлении непосредственно заявки нам. Вторым шагом является заполнение самой заявки, что мы также называем приложением номер один. Там вам нужно будет указать информацию о вашем проекте, а потом вы подписываете данный заполненный документ в приложении номер один и направляете его на электронный адрес leadersforwomen@donorsforum.ru в срок до 31 мая 2024 года с пометкой на конкурс «Лидеры в интересах женщин», где также указываете дату и время заполнения анкеты из первого пункта. Если, опять же, возникнут какие-то вопросы с заполнением, либо что-то еще вам нужно будет узнать, вы непосредственно сможете обратиться ко мне по контактам, указанным в конце презентации. Далее хотелось бы вам продемонстрировать то, как выглядит наш сайт, точнее, как выглядит страничка Всероссийского конкурса «Лидеры в интересах женщин» на сайте форума доноров. Тут указан QR-код, по которому вы можете перейти и непосредственно посмотреть на все это воочию в реальном времени. И также здесь указаны мои контакты, вы можете опять же связаться в любое удобное время. Здесь информация о конкурсе, о том, кто является соорганизаторами данного конкурса, о том, о обновленных сроках его проведения, этапах и непосредственно условиях участия. Оранжевым подсвечены ссылки, то есть ссылки для скачивания конкретных документов, как то будь приложение номер два, то есть заявку или участие в номинации «Чемпионы изменений», анкета в электронном виде или анкета в формате doc, вот там, где вы видите, рекомендуем заранее знакомиться со списком вопросов. Да, далее приложение номер один, то есть приложение для участия в номинациях лидера профессионального развития, лидера поддержки материнства и детства и лидера корпоративных изменений.
И это, конечно же, положение о нашем конкурсе, где абсолютно полнейшая информация о данном проекте. Также хочется сказать, что вы сможете найти, опять же, эту информацию, перейдя на официальный сайт форума доноров, его легко можно найти в интернете, и там вы во вкладке «Деятельность» находите проекты, и первым проектом будет как раз наш конкурс. Далее непосредственно про саму анкету участника. Не пугайтесь ее величине. Она состоит из нескольких различных областей, скажем так, отдельных, но она такая полная именно для того, чтобы подсветить всю деятельность компании, осуществляемую в рамках этой повестки. Первым вы видите краткую информацию о том, кто заполняет данную анкету, и общую информацию о вашей компании, о том, в каких регионах она осуществляет деятельность, точнее, о количестве данных регионов, о том, как давно существует, как давно работает на рынке России, в какой отрасли осуществляет свою деятельность, имя, фамилия, отчество первого руководителя компании и о том, к какой категории она себя относит. Далее непосредственно идет раздел «Состав компании». Тут вы можете видеть, что мы просим вас указать данные за 2020 и 2023 года. Это сделано по нескольким причинам. Первое заключается в том, что нам очень важно видеть динамику того, как развивается данная повестка внутри вашей организации. Нам важно понимать именно то, как развивается эта повестка. И помимо этого, конечно же, наш конкурс осуществляется еще и для того, чтобы собрать некую консолидированную полную информацию такого исследовательского типа по поводу того, как развивается эта повестка вообще в целом в России. Мы будем очень признательны, если вы предоставите именно эту информацию в динамике. Конечно же, вы должны понимать, что все это абсолютно конфиденциально, вы даете согласие на это в конце данной анкеты, и мы, конечно же, не предоставляем эту информацию никуда, она чисто для оценки в рамках конкурса. И плюс к этому я вас должна предупредить, что иногда вы можете увидеть, что при ответе «да» на некоторые из вопросов будут появляться дополнительные, это очень нечастая история, но вот вы должны это понимать, просто более уточняющая информация. Но это очень нечасто, просто чтобы вы понимали. Далее раздел по поводу кадровой политики, удержания и рекрутинга. Вот как вы, опять же, тут можете видеть, периодически мы для вашего комфорта разъясняли, что подразумевается под конкретным термином, либо же какой конкретный ответ мы хотели бы увидеть с вашей стороны, да, то есть какие данные непосредственно, чтобы облегчить вам путь заполнения данной анкеты. Но если возникнут вопросы сверх этого, то вы всегда свободны в том, чтобы обратиться и задать их. А далее по поводу непосредственно деятельности, направленной на поддержку материнства и детства внутри организации. Опять же, вопросы очень разные в анкете, из очень разных сфер, из возможностей. Мы понимаем, что, конечно же, вы не можете на все из этого ответить «да», но просто чтобы ничего не упустить из вашей деятельности, мы решили как можно более полно сделать эту анкету. И непосредственно отдел, посвященный обучению и развитию женщин в организации. Вы можете видеть, что некоторые разделы анкеты, они как будто бы дублируются в некотором смысле с конкретными номинациями. Это сделано не просто так, а, конечно же, вот их данные будут учитываться в том числе в оценке для данной номинации, но об этом Саша скажет чуть позже. И непосредственно отдел про общественную поддержку женщин, про ваши проекты, программы, направленные на конкретные сферы, будь то обучение девочек, женщин и девушек, или развитие женского лидерства и повышение роли женщин в обществе, или, опять же, на профилактику социального неблагополучия женщин. Все мы постарались максимально полный спектр возможных программ и проектов охватить в описании, поэтому я думаю, что вы точно найдете тут что-то свое. И непосредственно, как я уже сказала, вот ваше согласие на обработку этих данных и на то, что вы подтверждаете, что предоставленные данные верны. И вот тут вы как раз видите, что есть кнопочка «Отправить», и как раз время и дату того, как вы нажмете эту кнопочку, я попрошу вас запомнить, и потом непосредственно предоставить при отправке письма, заполненной заявкой для участия в конкурсе. Далее хотелось бы вам непосредственно рассказать про саму заявку для участия в конкурсе. Для подачи
заявки для участия в номинации «Чемпион изменений», вам необходимо будет заполнить вот следующий документ. Вы видите его справа на изображении. Да, это всего лишь первая страница, их всего несколько. И их нужно будет, опять же напомню, предоставить до 31 января 2024 года. В нее входит несколько пунктов. Это роль человека в компании, краткое его резюме, почему компания выдвигает на конкурс именно этого номинанта. Указать направления нужно будет, в которых номинант является лидером или амбассадором. Указать на решение каких вопросов направлена деятельность номинанта. Перечислить достигнутые результаты деятельности номинанта в рамках деятельности, направленной на расширение возможностей для женщин. И также публикации и другие информационные материалы, а также отзывы о деятельности данного человека. Хочется заметить, что, например, если эта кандидатура, это персоналия, этот человек, он, например, является ментором, наставником, коучем внутри вашей организации или вовне, продвигает эту повестку на конференциях, форумах, выступает, либо же, например, является автором статей специализированных, будь то научных, либо просто в массовых или деловых изданиях. То есть как-либо осуществляет какую-либо публичную деятельность, направленную на расширение и увеличение информированности о данной повестке, то мы будем непосредственно, конечно же, очень рады видеть эти данные, если вы их предоставите, желательно там с какими-то ссылками, да, на будь то эти статьи, либо выступления. Ну, вы можете ознакомиться с заявкой по QR-коду, указанному на слайде. Помимо этого, хотелось бы вас познакомить с заявкой для участия в трех остальных номинациях. На них уже мы будем ждать ваши заявки до 31 мая 2024 года. Тут уже чуть более расширенная заявка, которая включает в себя краткое описание программы и проекта. И напомню, что они могут быть направлены как на внешние, так и на внутренние аудитории вашей компании. Краткое описание программы проекта — это суть проекта, направление поддержки, механизмы реализации, региональный охват, основные результаты и эффекты, причины создания программы. И тут нам, конечно же, будет важно видеть и актуальность проблемы, как общую, так и частную. То есть мы попросим вас обосновать и подтвердить фактами актуальность, своевременность, востребованность программы для вашей организации, общества в целом. Почему программа реализуется именно сейчас? И описать роль, которую может сыграть проект в долгосрочном плане или программе развития компании. Помимо этого, мы попросим вас указать цели и задачи программы, период реализации, ее структуру, то есть ключевые элементы и мероприятия, целевую аудиторию и ключевых стейкхолдеров данного проекта, систему мониторинга и оценки, объем финансирования, перечислить достигнутые результаты, описать ожидаемый эффект от реализации для целевой аудитории, партнеров и компании, команду, которая принимала участие в ее осуществлении, партнеров, текущий статус и дальнейшее развитие, документы прикрепить и, конечно же, список публикаций и отзывов указать о этой непосредственно осуществляемой программе. Также хочется подчеркнуть, что, наверное, многим из вас эта форма будет смутно знакома и напоминать нашу форму для подачи заявки на конкурс лидера корпоративной благотворительности, который осуществляется уже не первый год. Я даже знаю, что некоторые из вас являются его победителями либо же участниками, чему мы, безусловно, рады. Форма заявки на данный конкурс уже проверена, скажем так, годами, поэтому мы постарались сделать ее для вас максимально оптимальной и комфортный. Но если у вас, опять же, возникнут какие-либо вопросы, то мы будем рады ответить на них и помочь вам либо же подобрать, какой из номинаций лучше подать конкретный проект, либо же как заполнить конкретные пункты в самом документе. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады будем вас проконсультировать. И сейчас хочется вернуть слово Саше. Саш? Да, спасибо большое. Здесь у нас очень много рук и вопросов, поэтому, коллеги, сразу хочу сказать, что про оценку я расскажу сейчас. А пока я не начала говорить про оценку, давайте, может быть, мы зададим вопрос. Можете просто включать микрофон, задавать вопросы, мы постараемся на них ответить.
Можно я тогда тоже вклинюсь сразу с вопросом, Наталья Да. Каныгина, Почта России. Правильно ли я поняла, что оцениваться будет в основном информация из приложения, которая для конкретной номинации, а общая анкета это скорее как бонус? Общая анкета – это как бонус. В общей анкете будут иметь доступ эксперты жюри для того, чтобы посмотреть, как данный конкретный блок компания заполняла. Безусловно, мы будем экспертов жюри брифовать на тему того, что были сроки и возможность не всегда есть посмотреть и там, внести те же самые данные, посчитать. Мы понимаем, что сейчас сроки очень и очень сжаты. Вместе с тем мы также понимаем, что ну, вот какое-то влияние для тех, кто туда посмотрит, что-то будет вносить, какое-то влияние, безусловно, это будет оказывать на экспертов. Ну и, безусловно, мы для себя, с точки зрения гран-при, вот для выявления победителя гран-при, вот эта форма, она будет иметь значение, потому что чем больше информации будет в нее внесено, тем больше будет информации про то, что делает компания, Тогда какие у нее. еще одно уточнение. То есть получается, что если мы можем нормально заполнить информацию в приложении для номинации конкретной, Победить в номинации, конечно, можно, безусловно. но не можем прям вот стоп, там даже на, не знаю, на 60% заполнить общую Да. анкету, все равно имеет смысл подаваться. Да, да, Окей. да. А можно тогда, извините, раз уж у меня пока микрофон, я хотела уточнить, вот я просто споткнулась о вопрос о количестве женщин в высшем менеджменте. Высший менеджмент все считают по-разному, ну, в смысле, кто относится к высшему менеджменту? Вот по вашим критериям, это руководитель какого уровня? Ну, то есть, SEO где это КД и заместители, первый заместители? руководитель, да, SEO заместители, вот этот уровень. Дальше Просто... средний уровень направлений, дальше, когда Ну, мы просто у говорим. нас, например, у нас же компания федеральная, да, и у нас в регионах руководителей региональных управлений очень много женщин среди них. А вот они относятся к высшему менеджменту в этой картине мира или нет? Если вы их относите к высшему менеджменту, то относим. То для А у них нас, мне кажется, нет какого-то вот своего определения, поэтому обычно можно ориентируемся. будет дать комментарий. Ага, поняла. Хорошо, спасибо. Если нет, Добрый день. есть. Есть тоже еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, численность компании имеет значение? Вот от какой, то есть какая, допустим, минимально допустимая численность людей в компании, чтобы можно было подавать заявку? У нас крупный Спасибо. средний бизнес. Это, я думаю, что все здесь присутствующие попадают. Тут не про численность компании, тут крупный средний бизнес. У нас общая рамка. Если вы... Критерии отнесения компании к крупному и среднему бизнесу, которые дает им Министерство экономического развития. То есть это Да. вот то, что принято в Российской Федерации. Понятно, спасибо. Так, если нет больше сейчас на данный момент вопросов, да, тогда я, наверное, продолжу. С точки зрения форм заявок, Алина сказала, но тем не менее я хочу еще раз обратить внимание, что у нас для трех номинаций, которые имеют отношение к программам, верни, пожалуйста, да, у нас выше. К заявкам. Выше на один слайд, 16 слайд. Ага. Спасибо большое. Те, которые имеют отношение к лидерам профессионального развития, лидеры поддержки материнства и детства, лидеры корпоративных изменений, здесь есть вот указано 15 пунктов. Мы очень просим уже по опыту оценки программы проектов не относиться как к какому-то из этих пунктов формально, а все-таки достаточно подробно его подавать. То есть если объем финансирования, например, сейчас в данной ситуации, вы понимаете, что вот за последний год, например, информация не раскрывается, можно подать информацию за предыдущий год. Если вы понимаете, что структура проекта может меняться и менялась за последние, например, 2 года, напишите, как она меняется. То есть в этом смысле мы, конечно, оцениваем заявки предыдущего года в первую очередь, но очень часто к проекту отнестись как к тому, что делалось только в прошлом году, сложно. Поэтому мы с радостью прочитаем о том, как развивался проект, как он менялся последние несколько лет,
Все это вполне можно подать в нашей заявке, и мы с удовольствием это прочитаем. И, пожалуйста, следующий слайд. И когда мы говорим про чемпионы изменений, я еще раз хотела обратить внимание, что здесь мы говорим о том, что компания выдвигает или может выдвигать как собственного сотрудника, так и человека, с которым она вместе много делает, и вы хотите, чтобы этот человек был отмечен в нашем проекте. То есть такая ситуация также может быть, но тогда обязательно надо указать, какое отношение к компании этот человек имеет, как вы взаимодействуете, почему у вас появилось желание отметить именно этого человека. А теперь к оценке. Угу. Мы очень много уже проговорили, но вместе с тем я хотела бы обратить внимание, что для номинации у нас есть некоторое количество критериев. И если мы говорим про критерии заявок, вот именно программ вот этих первых трех, мы смотрим на 7 пунктов. Безусловно, когда мы говорим про обоснованность, актуальность проекта, мы говорим про контекст, в котором она существует, в котором она была придумана, инициирована и работает. Поэтому здесь это важно рассказать. Мы говорим про масштаб программы, причем этот масштаб может быть как по количеству человек увлеченных, так и по количеству проектов, которые программа предполагала, активностей, ну или, в принципе, какие-то другие критерии, которые могут иметь отношение к масштабу. Все это имеет право на оценку, и ко всему к этому мы будем внимательно смотреть. Мы посмотрим на региональный охват, это особенно важно для Совета Федерации, когда мы говорим про региональную деятельность, поэтому здесь тоже, если у вас есть что сказать, поговорить про регион, деятельность внутри региона, все это очень важно, интересно, мы об этом будем также говорить и рассуждать. Не забывайте про достигнутые результаты, любые изменения, любые продукты, которые в результате деятельности появляются. Все это тоже интересно, и все это будет оцениваться. У нас есть критерий качества дизайна программы. Это любой, наверное, конкурс такой критерий имеет. То есть насколько логично, структурно эта программа была сформирована, даже если это небольшая программа, если это маленький проект, все равно у него должны быть логично выстроены все процессы. Потенциальное видение социального эффекта от реализации. Не обязательно этот социальный эффект вы уже нащупали, но вы его понимаете, вы понимаете, как он будет достигаться. И вот это тоже, если в программе будет каким-то образом отражено, для нас это будет большим и большим преимуществом. Ну и возможность тиражирования – это всегда хорошо, это всегда полезно, хотя мы также понимаем, что не все проекты возможны для тиражирования, но когда мы говорим про женскую повестку, это всегда может быть интересно для других коллег, которые могут трансформировать что-то, прочитав, и воспользоваться опытом. То есть в данном случае возможность тиражирования – это не буквально взяли и принесли к себе, это возможность использования вашего опыта другими компаниями, другими организациями. Ну и, как я уже сказала, у экспертов будет возможен доступ к тому, той анкете, которую они увидят, они ее тоже почитают, у эксперта будет свое собственное мнение, оно будет чуть ниже по весу, но тем не менее общее ощущение оценки от компании, от ее деятельности. Эксперты должны будут посмотреть на ваши дополнительные какие-то релизы, возможность какие-то презентации у вас были, видео, все это можно прикреплять. Общее ощущение от деятельности, от программы, все это может повлиять на вот это личное мнение эксперта. Когда мы говорим про... Есть тут вопросы? Так, если вопросов нет, тогда следующий пункт, следующий критерий имеет отношение к номинация чемпиона изменений, здесь критериев меньше. Мы понимаем, что, в принципе, масштабность деятельности человека, то какое количество
сколько лет, как глубоко человек в теме, насколько он действительно заметен, это публичная деятельность, насколько он привлекает внимание, может быть, внутри компании, сколько людей он вовлекает в эту тему, насколько этот человек уважаем, его репутация в бизнес-сообществе, ну, в принципе, может быть, он пишет статьи, может быть, он участвует в каких-то исследованиях, инициирует эти исследования. Все это будет учитываться. У нас 4 критерия, и мы на эти 4 критерия в основном будем смотреть и обсуждать. Был вопрос по поводу шорт-листа. Да, будет по итогам формироваться шорт-лист, и дальше на экспертном обсуждении финальном мы будем обсуждать, делиться опытом, оценки смотреть с точки зрения этого шорт-листа, кто будет из этих компаний победителем из этих программ номинации, ну и возможность дополнительных дипломов, она также у нас существует. Вот сейчас готова также ответить на эти вопросы, если есть по этому блоку. По поводу гран-при я уже сказала, что здесь будет анализироваться полностью вся деятельность, включая то, что компания будет размещать в анкету, и максимальное количество баллов, которые компания наберет, будет автоматически рассматриваться как победитель гран-при. Есть еще вопросы какие-то, коллеги? Добрый день, можно вопрос, Саша? Да, Татьяна, конечно. Привет. Ага, привет. У меня вопрос, а кто будет оценивать заявки? Возможно, я это пропустила. Это какой-то экспертный совет? Либо... Это экспертный совет, да. Это... У нас будет два этапа. У нас будет жюри, состоящее из экспертов. Каждую заявку будет оценивать не меньше 2 человек. Если будут разные мнения, будет вводиться третья оценка. Дальше формируется шорт-лист, и шорт-лист будет обсуждаться на экспертном жюри, в который будет входить представители Совета Евразийского женского округа. Вот. Эксперты, которые будут оценивать заявки, будут опубликованы у нас чуть позже, уже после того, как мы примем решение, так чтобы это никаким образом не влияло на мнение эксперта. Поэтому мы этот список опубликуем обязательно в конце. Это представители от разных сфер, это в том числе представители от государства, представители от профессионального сообщества, которые занимаются женской повесткой. Разные эксперты, каждую оценку с разной экспертизой должны рассматривать. А будет ли какая-то обратная связь, ну, там, по попаданию в шорт-лист, в целом по баллам, которые будет получать? Обязательно, обязательно. С учетом того, что мы только-только начали этот проект, мы каждую заявку обязательно готовы обсуждать с компаниями, давать обратную связь. Да. Более того, у нас предполагаются комментарии от всех экспертов, они будут доступны после подведения итогов. Ирин, есть желание что-то прокомментировать в конце? Нет. Коллеги, если есть еще вопросы? Если нет, тогда мы благодарим вас за участие. С наступающим Новым годом и готовы к общению. Я и Полина. Вы можете писать как на электронную почту, так и, например, WhatsApp на указанный номер. И я всегда буду рада вам помочь. Либо можем созвониться и уже непосредственно там в Zoom, либо по телефону обсудить все интересующие вас вопросы. И спасибо, коллеги. Мы будем очень-очень рады видеть вас в числе участников данного конкурса. И спасибо за ваше внимание и время. Спасибо огромное. Да, спасибо. Спасибо. До свидания.